Всем приветик! Начинаю новый влог и покажу, что я везла с Питера своим любимым, но не довезла. Представляете, вот эта чашечка предназначалась старшему сыну, ли такая красивая. Короче, разбилась. Чашка 300 рублей такая. Очень жалко, конечно. Миленький рисунок. Ну что поделать? Посуда бьется, как говорится, к счастью. Вот такая красивая чашечка у меня для мужа и для него шоколадка. Я был в Петербурге и думала тебе, прям ми-ми-ми. Себе, конечно же, взяла чашечку, из каждого города привожу. Вот такая у меня из Питера будет с ложечкой. С ложечкой есть маленькая из Москвы. Да, вообще много у меня чашек, хотя периодически бьются, но чашечки я очень-очень люблю. Ну и, конечно же, шоколадки. И конфетки бабушкам. Такая вот у нас красота, вкуснота. И мы посеяли еще снульки. Ух ты, приехала я и приехала долгожданная посылочка. Как думаете, что здесь? А здесь баночки Energy Diet. Сейчас покажу. 8 баночек привез мне курьер. Кто вдруг тоже хочет, пишите, отправлю почтой в любой город. Девочки-припевочки, я снова с покупками. Вот такое красивущее платье за 2000 купила я сегодня. Красота! Очень клевое, с поясочком. А еще зашла в магазин. Дай, косметики. Что-то там купила. Вот такие масочки, скрабики одноразовые. Ну и, конечно, такую умывалочку. Вот еще. Еще один треугольничек. И в Анель-магазин зашла. Чай купила и сыворотку от пигментации. Вот такая. Мама, мой котик-то идет уже все вынюхивать. Идет. Потусили с Максом на даче на природе и решили еще потусить в кафе. Сегодня, я не знаю, как-то шумно. Мы сидим вот в таком кафе. В центре города. Сейчас будем вкусно-вкусно обедать. Точнее, уже ужинать. Надо срочно показать вам свои покупочки с Валберис и выдать Владику уже маечку с трусиками, потому что он сидит у меня голый после душа и ждет, пока я сниму видео. Так что показываю эту маечку. Котик еще тут тоже смотрит все. Вот, и ему надену эту маечку с трусиками и покажу остальные покупочки. Как всегда, все идеально. Ну, еще купила такую маечку с трусиками, тоже тема космоса, с собачками. Недавно ему давала с динозавриками наборчик такой. И еще кучу носков с динозаврами купила, тоже он уже одни таскает. Но носочки, знаете, так себе, маловаты, хотя написано 8-10 лет, Владику 6-7 будет, но носки вот только-только. Тоже с динозавриками взяла, но больше такие брать не буду. Мема покупала. И сейчас купила мимо дорожные знаки. Максиму бабушке, конечно, но придет. Так, наверное, запечатано. Придет и будем играть дорожные знаки мимо. И заодно учить ПДД. Скоро у нас вечеринка в Москве. Будет там бело-неоновая такая. Поэтому купила татуировки. Недавно была у нас вечеринка с простыми татуировками, а тут с неоновыми. Так что вот, наверное, такие на лицо наклеим, на руки, да и вообще везде. И еще такие неоновые браслеты. Тоже купила специально для вечеринки светящиеся палочки неоновые. Вот такая красота, неоновые браслеты получаются. Как раз будет у нас неоновая вечеринка, у меня и ногти должны светиться в темноте неоновые. И такие браслеты будут крутяцкие. Все, Владюшка, убирай руку, этот у меня уже отжал. Потому что он кое-что сегодня в детском мире купил, такое яркое. Покажу вам позже, наверное, хотя почему позже, давайте прямо сейчас. Вот такую панаму он взял себе за 500 рублей. И сказал, что с ней еще, знаете, что сочетается? С ней сочетается футболка. Ее нужно обязательно купить. Вот такая яркая, с динозавриками. Очень красивая. Кстати, панамы такие модные, поэтому в детском мире не могли не взять. Очень красиво, так что завтра еще и с браслетиком пойдет. И дай-ка мне мемо. А вот, мемо я открыла. Такие карточки классные. И для деток играть, и правила дорожного движения, знаки все дорожные учить. Очень даже удобно, потому что, видите, сразу же описание знака. Кто не знает дорожных знаков, обязательно покупайте мемо и играйте со своими детишками.
очень полезная игра. Как я уже вам показывала. Вот такую клевую панамку купили мы в Владюшке. Кстати, в детском мире мне пробили 2 штуки. Пришлось сделать возврат. Хорошо заметила. А так бы на 500 рублей обманули. И ярко-зеленую футболочку вот с таким динозавром купили. Все по цвету моего педикюра неонового. Кстати, тоже неоновые ноготочки. Ну да ладно. В общем, яркие вещи Владюшка выбирал сам. Ему я купила брючки стандартные, серые, база. У него бежевые за H&M были. Но H&M, во-первых, у нас нету. Во-вторых, те брюки я прожгла утюгом. Так что новые брючки. Еще у него черные, тоже недавно куплены в детском мире. Ну да ладно. Брюки не бывают лишними. И купила очередные туфельки. Хотя недавно покупала. Но вот эти клевые были на хорошей скидке. 1300 рублей, а не 2200. Поэтому очень выгодное предложение. Еще хочу кое-что купить. Короче, хочу купить джинсовку и джинсовые шортики, но пока не знаю. Выходит 5000 на скидках, если брать через сайт, вроде 3000, но пока думаю. Не знаю, куплю или не куплю, но на сегодня у меня и так покупочек, по-моему, просто предостаточно. Сегодня уже выборка, но пока не уехала, зашли в любимые полки отведать. У Макса что-то непонятное. Был мега шопинг у Владика, а сегодня у меня вот такие белые босоножки купила. Как мне кажется, очень красивые, очень стильные и в то же время очень удобные. И поеду в Выборг сегодня в них. А еще для Москвы купила вот такие красивые туфельки на удобном каблучке. Туфли, конечно, не очень удобные, но модные, красивые. В общем, все, как я люблю. Девчули, это у меня чеки на обувь по 2200 рублей, что туфли, что босоножки. Плюс еще купила за 1200 вот такие брючки широкие. У меня таких вообще никогда в жизни не было широченных. Обычно ношу лосины. В общем, посмотрела, мне даже очень неплохо. Не то, что неплохо, мне вообще охрененно, как красиво. И купила к этим брючкам вот такие кофточки. Тоже никогда такого фасона не пробовала, не носила, а зря. Очень красиво, как вот этот нижняцкий цвет, так и такой вырви глаз фуксия. Сегодня поеду в Выборг и эту красоту, конечно же, возьму с собой. И босоножечки новые надену. А мужу купили простяцкую футболку. Футболка, блин, штукари. Это еще на скидке была вообще 1200. Простая, обычная футболка. Ну да ладно. Главное, себя не обделила любимую. Все, девочки и мальчики, всех целую. Прощаюсь и увидимся уже в Выборге.